здорово. Здорово. Это подарок от Тайны Санты. Короче, тут я немножко одним глазком посмотрел, что тут. Но до конца еще не знаю. Короче, сейчас посмотрим вместе. Так, я посюда. Первое. Открою. Если что, я заранее это все сфотографировала. О. Туда. Вот так вот. Да уйди. О, это холст. Я, кстати, думал над тем, чтобы холст купить и что-то нарисовать на нем, а точнее сделать календарь. Потому что я в прошлом году его также сделал. То есть про 2023 год. Тут был заяц. Одну минуту. Тут был заяц и месяца вот так. И вот тут внутри зайца был декабрь. А здесь я не знаю, сделаю ли я здесь дракошу или нет. Потому что 2024 вроде как год дракона. Короче, подумаем еще. Пусть стоит вот здесь. И что варианты в комментариях, что мне делать. Второй подарок. Так, тут немножко уже открыто. Второй подарок. Это я уже тут немножко вижу. Вот тут пружина. Я немножко открыл, как я и говорил заранее. Ранее. Тут пружина, короче, это стичбук. Но вид еще не видел какой. Вот он. Куда дети эти фантики? Короче. Такой стичбук я тоже видел. И он нам... Очень удобный. Хороший, короче, он. Стичбук хороший. Стичбук. Вместо... Тоненькие для акрила, наверное, не подойдут. Я не знаю. Но это хороший вещь. Это очень хороший стичбук. Я в курсе этого видео. Так, и там еще один подарок, который я открыл. Шапка, это не подарок. Так, и карандаши. Они тоже были завернуты, но мое любопытство меня съело бы, если бы я их не открыл. Короче. Карандаши. Ну, покажи им камера. Камера. Да, блин, фокус не на Маруку, а на вот это вот чудо. Камера. Да, короче. Это карандаши. Сейчас что-нибудь попробую написать или нарисовать. Напишу. Короче, камера зеркально передает, но короче, да. Подпишитесь и лайк поставьте. Короче, вот такие подарки. Подождите, холст не взял. Вот такие подарки были у меня. Шоколад, сейчас буду чай пить. И буду, надеюсь, буду почаще рисовать и выкладывать какие-то ролики. Да. По рисованию. Всех с наступающим, но это, если что, не последнее видео в этом году. Там подпишись, да, на канал, хочешь зайти в описание. Не знаю, зачем. Короче, да. Коммент можешь оставить, лайк там поставить. Пока! Пока. Да пока я сказал. Ой.